На эту площадку попали лучшие – те, кто уже доказал, что забрасывать мяч в корзину может лучше всех в своем районе. С начала июня мы начинаем первые этапы, которые проходят на наших придомовых детских спортивных площадках, на игровых площадках, на всех территориальных площадках города Сочи. Затем у нас проходят районные соревнования, и победители районных соревнований приглашаются на финальный этап городского турнира. В первом этапе на придомовых площадках приняли участие 23 тысячи человек. 14 июня прошли районные соревнования. Сюда в финал вышли сильнейшие команды в своих возрастных категориях. Не отстают от юношей и представительницы слабого пола. Одну игру с Хостинс Сочи, с центральным районом, и выиграли со счетом 3-2. Победители за счет бюджета города отправятся в Кропоткин отстаивать честь Сочи на зональных соревнованиях.